Всем привет, меня зовут Троценко Николай, компания Tronic. Сегодня у нас в гостях Dodge Ram TRX. И сегодня я расскажу про полный цикл, как мы изучаем этот автомобиль, сканируем его, проектируем, изготавливаем детали, установим новую тормозную систему и оттестируем ее. Здесь установлена тормозная система, тормозной диск размером 378 мм, это диаметр, и 30 мм толщина. Суппорт плавающей конструкции, два поршня. Эта тормозная система рассчитана под колесный диск 18 дюймов. Штатная тормозная система для задней оси, диаметр 375 мм, толщина 22 мм. Суппорт плавающей конструкции с одним поршнем и современным стояночным тормозом, интегрированным в основной суппорт. То есть гидравлический суппорт и механический, они соединены воедино. Ну, это стандартная история. Мы, соответственно, эту штуку разъединим. У нас будет стоять отдельно суппорт стояночного тормоза и отдельно четырехпоршневой алюминиевый суппорт. По образованию я инженер, и поэтому мы применим современные методы проектирования. И один из методов – это сканирование узлов тормозной системы, кулака и колесного диска. Сейчас мы демонтируем тормозной суппорт и тормозной диск, подвесим суппорт аккуратно на пластиковых хомутах, вот здесь, чтобы он нам не мешал, и отсканируем кулак. Пока мы разбираем автомобиль, я хотел бы вам немножко рассказать про те комплектующие, которые мы будем использовать на этом автомобиле. Передняя ось у нас обзаведется тормозным ротором размером 440 мм диаметр, 40 мм толщина. Он очень легкий, потом мы сделаем сравнительный анализ, чего сколько весит. И чудесный 10-поршневой суппорт компании Акебона. Ступичная часть у нас спроектирована и изготовлена для Ram TRX. Задняя ось у нас будет с ротором размером 410 на 32 и четырехпоршневым суппортом. Суппорт еще не подготовлен, это как образец вам показываю. Итак, демонтировали тормозной суппорт, тормозной диск, суппорт подвесили на пластиковые хомутики. Гидравлику мы пока не разбирали, сейчас разберем. Наша задача сейчас отсканировать наш кулак. Кулак, ступицу. Достаточно массивное произведение искусства, назовем так. Чтобы вы понимали, здесь отверстие под винт М16. То есть это все очень крупное, хотя кулак у нас и алюминиевый. Но сейчас мы покажем, как это все сканируется. Итак, сканер у нас достаточно простенький. Он работает в своем фокусном расстоянии. Для того, чтобы получилась картинка максимального качества, нужно, чтобы было постоянно зеленое, максимально большое количество точек на экране в зеленом формате. И вот нужно оббежать весь кулак. После того, как автомобиль отсканирован, ну конкретно кулак наш, да, его необходимо будет обработать, потому что изначально это STL-файл, расставить на нем базы, и уже можно будет заниматься концептуальным проектированием.
То есть на самом деле этот автомобиль у нас уже изготовлен, спроектирован, сделан. Мне хочется показать просто, как осуществляется этот процесс. Итак, основой проектирования нашей тормозной системы заключается в следующем, что мы на кулаке расставляем базы и по ним будем проектировать. У нас здесь отсканировано два варианта, один с щитком, другой без щитка. Далее, что нам нужно? Нужен тормозной диск. Мы проектируем ступичную часть. Тормозной ротор мы используем штатный. Также у нас есть бобинцы, винтики, гаечки. Вот. После этого мы, предварительно отрисовав суппорт 10-поршневой, проектируем крепление для него. Крепление для него достаточно сложной формы. Вот такой вот у нас кронштейн. Далее проектируются грязезащитные щитки. Вот он черным цветом выделен у нас. Все необходимые винты. И самое главное, колесный диск. Колесный диск мы получаем 3D-модели от компании Power Wheels. Леонид, привет тебе. И вставив ее в сборку, понимаем, какой у нас будет зазор. Зазор между суппортом и колесным диском. Зазор у нас расчетный 5,5 мм. Дальше все винтики, маленькие защитки, все винты крепления кронштейна. В принципе, все. Проектирование завершено. После того, как мы спроектировали ступичную часть, нам необходимо ее изготовить. Ну, она у нас уже готова. Вот она. Здесь мы используем титановый сплав. Это очень высокопрочная деталь, легкая, не боится никаких агрессивных сред. Это наш самый первый станок с числовым программным управлением. Простенький, но мы очень много деталей на нем уже изготовили. И конкретно сейчас там делается тормозной ротор размером 410 на 40. До этого делался первый установ по алюминию. Это переходнички у нас разнообразнейшие. Переходнички, кронштейны, все, что нужно фрезеровать, мы делаем на этом станке. Здесь у нас склад, так скажем, полуфабрикатов. Это ступичные части, которые уже выполнены. Токарно-фрезерная обработка и даже гравировка нанесена. Осталась финишная проверка, удаление заусенцев. Титановые, алюминиевые, разнообразные. Это у нас ТЛК-300, новая модель. Задняя ось. А это что это у нас? Это Genesis. Тоже мы делаем. А здесь конкретно у нас идет работа на токарном станке. Пусконаладочные. Тормозной диск размером 440 на 40, диаметр 440 мм, 40 мм толщина. Для того, чтобы характеризовать, в каком состоянии карбон-керамический ротор, на него он маркируется так называемым минимальным весом. Минимальный вес – это некая расчетная величина. Мы расчетным способом выяснили, что завод-изготовитель дает, так скажем, дельту по массе ротора 2,5%. То есть конкретно вот этот ротор у нас весит 7 килограмм 920 грамм, если отнять 2,5%, это будет 7 килограмм 722 грамма. К этой величине, соответственно, 7722 прибавляется масса ступичной части и бобинцев, и это будет то значение, которое тормозной диск в сборе может достичь. То есть до этого диапазона он считается работоспособным. Здесь у нас гравер лазерный, изготовлены такие вот кольца под свое центральное отверстие для позиционирования. Вбивается колечко. Вот, и выставляется диск. Все, сейчас мы здесь сделаем гравировочку. Итак, у нас идет процесс сборки потихонечку. Значит, так как тормозная система
Карбон-керамическая работает при достаточно высоких температурах, и для того, чтобы контролировать температуру ротора, существуют специальные краски. То есть вот у них три цвета – зеленый, желтый и красный. Значит, зеленый цвет у нас меняет температуру при 430 градусах Цельсия, оранжевый при 560 и красный при 610 градусах Цельсия. На задние роторы мы уже нанесли метку, сейчас наносим на передние. Вот с торца мы их просто красим, можно посмотреть. Это обычная краска, которая меняет цвет. Она, если температура достигнет расчетного значения, она побелеет. Также собраны передние и задние суппорта, то есть задний суппорт у нас четырехпоршневой. Штифты обильно смазаны, потому что среды, так скажем, агрессивные. И правильно колодка перемещается, пружинка смазывается и штифт. Передний суппорт с большой массивной тормозной колодкой. Также смазан штифт и пружинки, куда он упирается. Нам интересно, сколько же весит наш передний суппорт 10-поршневой вместе с тормозной колодкой. Сейчас мы снимем пленку. Это передний суппорт с колодками и с кронштейном. Задний суппорт 4,7 килограмма. Теперь посмотрим, сколько будет иметь массу стандартная тормозная система. Давай, Саш, складывай. Одиннадцать пятьдесят два. Это передний суппорт. Задний суппорт 8,3 килограмма. Теперь передний тормозной диск, размер 440 на 40. 9,560. И задний тормозной диск размером 410 на 32. 6,44. Так, это у нас передний тормозной диск. Размер у него 378 на 30, масса 14 килограмм 660 грамм. Задний тормозной диск 375 на 22. Одной из особенностей установки карбон-керамической тормозной системы, конкретно на RMTRX, является то, что необходимо уменьшить вот этот диаметр. Изначально он какой-то огромный, и у нас просто не хватает габаритов для карбон-керамического ротора. То есть центральное отверстие ротора, оно меньше, чем этот диаметр. Поэтому приходится снимать подшипник и протачивать до нужного диаметра ступицу. Спроектирован, изготовлен грязозащитный щиток. Это тоже очень важная вещь для правильной работы карбон-керамической тормозной системы. Он будет изнутри полностью все закрывать. Приступаем к установке карбон-керамического тормозного диска. И здесь есть некая специфика. Поверхность карбон-керамического ротора очень твердая и не изнашивается в прямом смысле слова. Поэтому при установке нам обязательно нужно проверить торцевое биение. Сейчас мы возьмем диск. Установим. Да. Предварительно цилиндрическую поверхность смазали. Так, для демонтажа у нас есть два отверстия с резьбой М8. Поэтому если нужно будет демонтировать, то мы с легкостью закрутим два винтика, и они помогут нам демонтировать. Так, сейчас еще одну шайбочку возьмем. И после этого измерить. Установили диск.
Сейчас нам необходимо установить индикаторную стойку. Используем мы высококачественную магнитную стойку компании Noga. И индикатор у нас вот такой. Задняя ось. Крепление основного суппорта гидравлического обеспечивается кронштейном А. Крепление суппорта стояночного тормоза обеспечивается кронштейном Б. Сейчас мы их закрепим на автомобиле, будет все понятно. Также у нас для того, чтобы правильно эксплуатировать карбон-керамическую тормозную систему, предусмотрен такой вот грязезащитный щиток. Монтируем. Установили карбон-керамический тормозной диск, задний и левый. Сейчас проверим на биение, также закреплена магнитная стойка. Давайте начнем. Смотрим на индикатор. 40 микрон биение тормозного диска. Это допуск. Установили передний тормозной диск. Закрепили его через 6 гаек и 6 шайб алюминиевых. Здесь у нас планка ВСП. Магнитная стойка, выставленный индикатор, вот здесь можно посмотреть. И сейчас начинаем вращать. Все в допуске, 40 микрон. Самое красивое, крепим тормозной суппорт. Винты у нас здесь, чтобы вы понимали, М16. Размер огромный. Автомобиль от 0 до 160 разгоняется за 10,5 секунд. И этот показатель нужно чем-то останавливать. Мы установили тормозную систему, 10-поршневой суппорт компании Акебона, тормозной ротор размером 440 на 40, 410 на 32, 410 диаметр, 32 толщина. И два суппорта. Первый суппорт — это гидравлика, отвечает за, так скажем, основное торможение, 4-поршневой компании Brembo. И суппорт стояночного тормоза тоже компании Brembo. Ступичная часть ровно точно так же у нас выполнена из титана. Все необходимые крепежи, грязезащитные щитки, вот видите, они все у нас по периметру выступают, все закрыто. Немножко технических характеристик про сам автомобиль, это мы все про тормозную систему. Здесь установлен мотор размером V8, 6,2 литра, чугунный блок с компрессором приводным. Его мощность достигает 712 лошадиных сил и 881 ньютон-метр. Данный автомобиль, по заявлению производителя, разгоняется от 0 до 100 за 4,6 секунды и до 160 км в час за 10,5 секунды. При полной массе автомобиля более 3500 кг тормозная система штатная, конечно же, будет испытывать чудовищные тепловые нагрузки и просто будет перегреваться и выходить из строя. Еще очень важным моментом является распределение тормозного момента по осям. То есть мы провели анализ, измерили штатные тормозную систему, диаметр, эффективный радиус, площадь поршней, и что у нас получилось. Для штатной тормозной системы у нас соотношение тормозного момента по осям получилось 66 к 34. То есть 66% геометрически приходится на переднюю ось, и на заднюю ось 34. Используя 10-поршневой суппорт спереди и суппорт 4-поршневой сзади, то, что мы установили, у нас получился диапазон 68 на 32. То есть баланс тормозного момента слегка изменился на переднюю ось. Итак, мы вооружились магнитом, фонариком и немножко посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас стальные проушины, стальная часть бампера. Это у нас тоже, кстати, сталь.
Защита у нас нижняя алюминиевая. Огромные рычаги, повторюсь. Здесь у нас такая небольшая защитка, которая у нас рулевую рейку защищает. Да, здесь у нас привод, здесь все алюминиевое. И вот здесь, если посмотреть, у нас будет блок чугунный, рыженький, видите? Эта защита тоже алюминиевая. А вот обратите внимание, как вот мы все здесь выполнили, все закрыто у нас полностью. Вот отсюда, если посмотреть, то есть все закрыто грязезащитным щитком. Рама стальная. Какие-то тут элементы гидроформовки выполняются, со слов производителя. Что у нас еще здесь? Впечатляющий огромного размера карданный вал. Коробка передач у нас, по-моему, 9 или 8 ступенчатая, не помню какая. Раздаточная коробка. Да, кстати, она у нас уже с сервоприводом. И какие-то шланги охлаждения к ней идут. Да, и вот, чтобы вы понимали, это вот у нас бензобак. То есть он вот здесь начинается, И вон там возле моста заканчивается. То есть у него размер, наверное, 1,5 метра длину. Это вот наш бензобак. Так, неразрезной мост Дана 60, так он вроде называется. Задние огромные амортизаторы Бильштайн. И здесь еще дополнительный амортизатор. И я вот хочу померить, какой у нас тут диаметр трубы. Сейчас мы тут померим. Так, диаметр 76 миллиметров. Что тут еще из интересного? Ну, посмотрим там нашу работу, да? То есть у нас тоже тут все закрыто. Можете посмотреть. Вот все на втулочках сделано. Кронштейны. Здесь вот тоже посмотрите, это вот наш кронштейн, шланг, суппорт. Таким образом все прикрыто.